Маск усомнился в успехе своего пикапа Cybertruck. В США впервые разработали нейропротез, способный превращать мысли в текст. Анонс футуристичного концепт-кара Теорема. Безос возьмет с собой в космос 18-летнего студента. Самый глубокий бассейн в мире предлагает погрузиться в недра затонувшего города. Меня зовут Андрей, досматривайте это видео до конца. Я желаю вам приятного просмотра, погнали! В беседе с фанатами в Твиттере Илон Маск не стал отрицать, что всегда есть вероятность, что электропикап Cybertruck, который планирует выпускать его компания, не взлетит. Тем не менее, этот риск не заставит главу Tesla изменить первоначальный дизайн прототипа. Серийная версия так и останется гигантским металлическим трапецоидом, который так нравится Маску. Если откровенно, всегда есть вероятность, что Cybertruck не взлетит, потому что он слишком не похож ни на что другое. Мне все равно, я все равно буду любить его, даже если другим он не понравится. Прочие пикапы выглядят как копии друг друга, а Cybertruck так, будто его сделали пришельцы из будущего, заявил Маск в переписке. Впрочем, Маск точно не одинок в своих теплых чувствах к Cybertruck. Судя по неофициальным подсчетам, к концу мая этого года пикап, представленный в ноябре 2019, предварительно заказали свыше 1 миллиона человек. Интерес потенциальных покупателей не иссяк даже во время пандемии. Правда, конкуренты тоже не дремлют и успели выпустить электроверсии с более традиционным дизайном, например, Ford F-150 Lightning или GMC Hummer EV. Также Маск еще раз подчеркнул, что Tesla не планирует крепить на двери пикапа ручки, но не уточнил, как это будет соответствовать федеральным стандартам безопасности. И напомнил фанатам, что у Cybertruck будет режим краба, то есть возможность поворачивать все четыре колеса одновременно, чтобы увеличить проходимость и облегчить парковку. Ежегодно тысячи людей теряют способность говорить вследствие перенесенных инсультов и других тяжелых заболеваний. Именно для них исследователи из Калифорнийского университета в Сан-Франциско создали первое в мире нейропротезирующее устройство, которое способно преобразовывать мозговые импульсы в текстовые предложения. До этого ученым уже удалось создать нейропротез, позволяющий произносить слова по буквам. Для участия в исследованиях в университет были приглашены пациенты с нормальной речью после перенесенных операций на головном мозге и мужчина с условным именем Браво-1, утративший способность внятно говорить после перенесенного инсульта. Пациентов подсоединили к электронной матрице, чтобы выделить гласные и согласные звуки, и затем проанализировать шаблоны для предсказания произносимых слов. Специально для Браво-1 исследователи разработали набор из 50 необходимых для повседневного общения слов, к примеру, вода, хорошо и семья, после чего имплантировали в речевую моторную кору его мозга специальный электрод. В последующие несколько месяцев ученые фиксировали нейронную активность пациента в момент попыток произнесения 50 разработанных слов, используя искусственный интеллект, который различает тонкие паттерны в данных, увязывая их затем со словами. Для проверки эффективности эксперимента ученые составили для Браво-1 предложение на основе вышеупомянутого словарного запаса и вывели результаты на экран. Эффективность системы составила 18 слов в минуту с точностью распознавания в 75%. Blue Origin объявила, что первый экипаж туристического космического корабля New Shepard полностью укомплектован. Четвертым астронавтом станет 18-летний Оливер Демен, который заменил сохраняющего свою анонимность победителя торгов и который станет самым юным человеком, поднявшимся в космос. Таким образом, это будет уже второй рекорд, который собирается побить Джефф Безос с предстоящим полетом. Первая – Мэри Уоллес Фанк, которая участвовала в программе НАСА «Женщины в космосе» и которая в возрасте 82 лет станет самым старым астронавтом. Оставшиеся два места на корабле будут заняты Джеффом и Марком Безосами. Изначально предполагалось, что четвертое место достанется человеку, заплатившему больше всех на проведенном в начале лета аукционе. Его ставка достигла 28 миллионов долларов. Однако он был вынужден отменить полет из-за неувязок с графиком. Вся сумма была передана благотворительной организации «Клуб будущего». Освободившееся место было предложено главе Somerset Capital Partners Йосу Демену, который должен был полететь в следующий раз. Он, в свою очередь, отдал билет своему сыну Оливеру, студенту университета Утрехта. Как заявил Джефф Безос, Оливер представляет новое поколение людей, которые помогут нам строить дорогу в космос.
Компания Pininfarina, один из мировых лидеров в сфере автомобильного дизайна, представила концепт-кар Теорема, который отражает принципиально новый подход к взаимодействию пассажиров с окружающим миром и между собой во время поездки. Дизайнеры сначала создали интерьер, уделив особое внимание комфорту, новым впечатлениям от поездки и общению, и только потом занялись внешним видом концепт-кара. Для получения захватывающего визуального опыта использован голографический AR-дисплей компании WayRay, который создает виртуальное изображение и буквально интегрирует элементы интерфейса в реальный мир за стеклом Теорема. Разработчики предусмотрели полную автономность для Теорема, однако по желанию можно включить режим вождения. В таком случае голографический AR-дисплей от WayRay, интегрированный с усовершенствованной системой помощи водителю, помогает с навигацией, показывает полезную информацию и предупреждает о потенциальных опасностях на дороге. Остальные пассажиры получают доступ к информационно развлекательному AR-контенту, информации об окружающих объектах, ландшафте и достопримечательностях, дополнительным сведениям о маршруте. Благодаря тому, что WayRay разрабатывает собственный AR-маркетплейс, в будущем для пассажиров будут доступны самые разные развлекательные приложения, в том числе от сторонних разработчиков, включая различные виды игр. Полностью электрический и автономный концепт-кар Теорема имеет инновационную аэродинамическую форму. Теорема позволяет легко адаптировать модульное пространство внутри автомобиля под различные цели и три основных режима – вождение, автономный, для отдыха, в том числе благодаря умным сиденьям. Место водителя вынесено вперед, при этом в автономном режиме он может легко развернуться лицом к остальным пассажирам. Центральная часть позволяет почувствовать себя как дома в гостиной и получить максимальное удовольствие от общения друг с другом. У британского проекта самого большого и технически сложного бассейна в мире появился достойный конкурент, и он уже принимает первых посетителей. Туристический аттракцион в Дубае под названием Deep Dive Dubai имеет максимальную глубину в 60 метров. Новый супербассейн расположен над Аль-Шебе в 15 минутах езды от центра Дубая. Это сугубо туристический развлекательный проект, о чем свидетельствует такой факт. Создатели обеспечили подогрев всех 14 миллионов литров воды до приятной температуры в 30 градусов. Непосредственно шахта глубиной 60 метров предназначена для фанатов фридайвинга, а большая часть бассейна имитирует древний заброшенный город, который затопило в море. Во главе идеи такого бассейна стоят арабские традиции ловцов жемчуга и легенды пустыни о великих городах сгинувших цивилизаций. Спасибо большое, что досмотрели этот выпуск до конца. Обязательно поставьте ему лайк, подписывайтесь на наш канал и жмите колокольчик. Не забывайте оставлять свои комментарии внизу под видео. Все наши полезные ресурсы вы найдете по ссылкам в описании. Ну а я желаю вам отличного настроения. Не переключайтесь. До скорых встреч!